Калининград. Хороший парень. И по размеру, да? Да. Я прям боюсь увидеть уже медь, потому что на 5, на 6 сантиметров. Смотри, правильный выход шеи, хорошее плечо, отличный объем, перелом там, где надо, посередине поясницы. И задние, конечно, просто безупречное строение. Очень длинное бедро и очень длинная голень. Сейчас вот заложены уши хорошо, правильно. Шея с таким красивым изгибом, очень нарядный окрас. По костяку не задротик такой, видите, хороший. Занимаемся. Давайте сюда. Спасибо. И главное, чтобы движения были, они лапами сбивают, как ромашки. Да, маргаритки. Да. Но он учится еще. Ну, видишь, пока еще да, задними не толкается да. сильно, бережет. Вот. Но в целом чуть-чуть. Очень красивое животное, чуть-чуть да? Есть толчок. Видишь? Да. Толчка чуть не хватает. Да. Так, девочка, давай сюда, вперед-назад. Сейчас посмотрим, как вот он сбивает лапками. Зато параллельные задние, видишь, какие? Да. Хорош. Видишь, да? Что скажете нам про грудь? У вас какой? Щенок. 6 месяцев. Грудь пока слабо развита в передней части. Ричард! Ричард! Русский клуб. Все разновидности. Пожалуйста, подойдите ко входу на ринг номер 2. Русский клуб, ринг номер 2. Видишь, как заполнилось? Конечно. Видишь? Хорошо. А у вас еще пока она очень слабо развита в передней части. А у этой собаки все залито. Понимаешь? Все залито. Хорошо, Ричард, хорошо. Ну, у вас еще по возрасту щенки, она мелковата, видишь? 6 месяцев. А у этой грубоченная грудь. Вот это супер собака. Все, вам значит,